Что? Лукас. Привет, рад снова видеть вас у меня на канале. На связи Лукас. И в этом видео я расскажу вам о всех интересных новостях Fortnite на данный момент. О том, что добавили в игру. Покажу некоторые сливы скинов. А также расскажу, как получить абсолютно халявные скины в Fortnite. А еще вы узнаете о всех секретах, которые появились на карте и которые никто не знает. Присаживайтесь поудобнее, видео будет интересным. Ну а перед началом ролика я хочу обрадовать вас жирным розыгрышем 3 ледяных наборов и 5 кирок Минти в честь Нового года специально для вас. Будет 8 призовых мест, и у тебя будут огромные шансы, чтобы что-то получить. Ну а если ты точно хочешь урвать свой приз, ты должен быть подписанным на мой канал, поставить лайк на это видео, а также написать в комментарии, как ты будешь праздновать Новый год. Результаты я подведу 31 декабря на стриме, и надеюсь, ты придешь. На всякий случай я сделаю копию итогов и думаю, смогу их запостить в наш телеграм-канал Лукот или в группу во ВКонтакте. Так что подпишись на них, чтобы не пропустить ничего интересного. Ну а теперь хватит трындеть, погнали ролик смотреть. Ну что ж, уже совсем близка к нам новогодняя пора, и эпики давно начали разворачивать всяческие новогодние ништяки в игре. Будь то скины в продаже на новогоднюю тематику, изменения на карте под стиль зимнего настроения, а также всяческие подарки под эгидой зимнего фестиваля. Но только недавно все начало ускоряться, и различные добавления начали добавлять все чаще и больше. Халяву это также коснулось, но давайте обо всем по порядку. И сначала поговорим немного о скинах. Уже начали появляться в магазине предметов те скины, которые я показывал вам в ролике по обзору зимнего обновления. И сейчас получается так, что на очереди на добавление у нас мой самый ожидаемый скин этой зимы – Шивер. Возможно, я ошибаюсь, и она уже добавлялась, просто может быть я ее пропустил, но я очень жду ее в магазине предметов. Эти крылышки просто пушка. Также 25 декабря был добавлен набор скинов, очень похожий стилем на агента Рождества, но только преподнесенный как старые добрые футболистки. То есть у каждого скина есть 4 стиля, все они отличаются лишь внешностью персонажа. Я бы взял вот эту блондиночку, но чё-то вибаксов не хватает. Эх, подарил бы кто ее. Кстати, до 1 января в честь новогодних праздников я всех добавляю в друзья, и если ты хочешь, кидай заявочку, я обязательно ее приму. Мой ник в игре FF, нижнее подчеркивание Лукас. Ну а теперь вернемся к новостям. Помимо этого, в рамках подарков зимнего фестиваля сегодня можно открыть елку, стоящую за щелкунчиком, и получить первый халявный скин от эпиков за Новый год, видимо, в честь Рождества. Кстати, с Рождеством, молодые. Скин прикольный, и я уже вижу, как YouTube утонет в видосах по типу скин елки имба, прячемся в кустах и так далее и тому подобное. Ну да ладно, следующие скины халявные мы получим уже скоро, и по идее это будет девочка мамонт. Вот она довольно круто выглядит, думаю, вам всем тоже зайдет. Следующая мелкая новость связана у нас с картой, и она действительно ламповая и наполненная новогодним настроением. Помните, в видео все про то же обновление я говорил уже о карте и показывал вам слив от датамайнеров того, как будет выглядеть наша карта со снегом. Так вот, возрадуйтесь же, друзья, сегодня карту начало осыпать снегом, и уже на всех локациях потихоньку наметает снежок. Думаю, к Новому году остров будет, как и на слитой карте, полностью усыпан снегом. Согласитесь, что так намного лучше. Ведь сейчас новогоднее настроение как раз укрепится благодаря этому. Я очень рад этому мелкому изменению и действительно кайфую, когда вижу снежок хотя бы в игре. А то у меня на улице плюс 15, и снега походу вообще не намечается. Плюс в чат, если жиза. Также было замечено одно изменение на карте, которое скорее всего никто не увидел, но я уверен, что оно напрямую связано с ивентом Нового года, либо с сюжетом игры. А вот почему. На южной части острова, на самом ее краю, появилась некоторая аппаратура прямо на краю холма. Поставили профессиональную камеру, крутой микрофон, и все это так направлено, будто что-то надвигается со стороны моря. И какой-то человек будет в роли телеведущего вещать нам по телевизору или еще как-то о всем происходящем. Возможно, это будет связано со вновь появившимся монстром полярного пика, которого недавно добавили в игре в виде скина, но не думаю, что он вновь полезет из воды, ведь он мертв, и его скелет остался на другой галактике. А возможно, именно с этой стороны грянет снежная буря, кто его знает.
Главное, чтобы новогодний ивент в этот раз не повторил все предыдущие года, когда делали одно и то же, добавляя дискосферу и надписи о поздравлении с Новым годом. А то это как-то некрасиво, добавлять одно и то же год за годом с учетом того, что это и так самый провальный сезон в истории Fortnite. Не забывайте, что продвижения по сюжету так и не было, и ивент все же нам и не подвезли. Будет некрасиво, если мы получим еще и на Новый год повторение прошлогодних ништяков. Это будет совсем некрасиво. Но как бы там ни было, позже мы точно узнаем, что же значит эта съемочная площадка и как она связана с сюжетом либо с ивентом. А также еще одна приятная мелочь, которую упустили абсолютно все, даже те самые ютуберы по сливам, датамайнеры и простые игроки. Секретный подарок зимнего фестиваля Fortnite. Да, он действительно есть и находится вот тут. Меж двух коробок видно четкое очертание коробки с перевязкой подарочной лентой, как и на других коробках с подарками. Скорее всего, позже мы сможем его открыть и получить что-то интересное. Ну а пока, как мне кажется, вам стоит взглянуть на вот эту отсылку, которая, как по мне, является пасхалкой и либо отсылает нас к какому-то персонажу, связанному с летучей мышью, либо это отсылка к новому антигерою игры, то есть к новому монстру. Поживем увидим. Ну и пожалуй, хочу напомнить вам, что сейчас в моем телеграм-канале Лукот проходит акция, и вы можете урвать минти за очень приятную цену. Их осталось мало, так что торопитесь. Телеграм-канал Лукот. Ссылка в описании. Ребята, не забывайте подписываться и ставить колокол, чтобы не пропускать новые ролики, розыгрыши и всегда быть в курсе всех самых интересных вещей из мира Fortnite. Ну а с вами, как всегда, был я, дядя Лукас. До скорых встреч в новых видео. Всем пока!